Газ-газ-газ. Командир, где расчетчик? Ну, или будем? Че ты там умираешь? Че там, Шипай, где там стоишь? Иди к нам, веди этого мелкого. Переведи двоих тебе еще из вас. Что там, аспект включен или что? Что-то в замедление кидается. Замедление кидается. А я когда включаю музыку, у меня тоже такое качество хреновое. Сгрыл грузовский, у меня сейчас сейчас. Можно раздать. Кто сейчас на сервере народу играет? Пять тысяч. У нас же очередей нету. Нет. Слава богу, нет. Командир, тут не мешает никому, все там у всех хорошо, да? Саня, хуй соси, да, вези, вези. Да ладно, нормально, я слышу. Нормально, я тоже такое слушаю. А ты вообще все слушаешь, я так понял. Может, рассказывал кому-то на той неделе, этим печи там вывозили кучу мусора, получается, там водил, он такой нормальный, водила такой мужичок. Мне, короче, ну, как говорят, водители шансон слушают, ну, точно шансон. Телефон такой зазвонил, желтые тюльпаны, та-та-та-та-та-та. Мамонт поставьте, если есть у кого. Антон, мы водили, наверное, как тебе на дно умножить. Спасибо. Дайте стол.
Начинать квест. Так, кинул истерею там, не подведи. Хлеб и 6к там выжми. ХП. Ёнка Том. Ой, это сейчас Дима будет его учить. Он рогой. А, это рога. Да не, у меня тут слилось что-то фон как у друида. Если как-то дать урон от нитки не переходит на паладина? Кого дать? Я как-то только что на шамана кинул, на нем метка была, по мне урона 0 прошло. Присутствуйте, Олега. Я забыл, какой яд куда мазать, скажите, пожалуйста. Быстродействующий на правую, смертельный на левую. Сука, я не смог придумать шутку на этот вопрос. Ну не всегда же тебе, Виталий, так быстро шутки придумал. Все, Гудок, стареешь. Пиздец, блин. Сука, аж стыдно что-то. Ну на секунду я реловнусь. Кто что танчит? На пол-литра основу, на сгибу первую копию, я вторую заберу. Что там за шутка с была? Талантами. Как-то ну пиздит, ну что ты ждешь? Начинаю уничтожать. Медведев перестал работать талант на снижение КД на вечи. Скажи адрес, сейчас приеду, но только приеду где-то через неделю, и ехать долго. Куда что топнул? За ним таджик уже выехали.
здесь произошли страшные события. Чтобы он уже билет на поезд купил. Что за рубрика «Открытый микрофон», я не пойму. Хотелище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мы Алекстраза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикрыть. Нас убивали с расчетами жестокости. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атаку. Слуги! Олег, так вы... Зачем? В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного сумеречного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Но одно я знаю точно. Их нужно остановить. Слуги, обратите... Что такое? Дима обогнал по ДПСу? Слав, даже не в конце. Нормальный, 7-й по ДПСу. Назойливая машкара. Вы опоздали. Чек на присутствие. Чек на присутствие. Лейшин тут? Первая пати тьма, все остальные свет. Свет хилят Анрикс и Ториан, все остальные хилят тьму. Большой смогин. Пол-литра танчит третью фазу свет. Поклонский. Не, на сгову начинаешь и тьму дальше танчишь. Васат медведь хилит, танчит мелкий трэш. Напуливаем на него. Четвертой пати, кроме демона, остается добивать больших. По инерам бомбочкой заливаешь всегда Анриксу, Лейшин и Айкам Туби Атап. Заливаете на второй фазе конфетка, на третьей фазе Анриксу. Да, Лейшин, по диспой, прошу. Конфетка, пол-литра. Что остается големов добивать? Прицел? Четвертая пати. Санстрайк, камень, скиллз и камень победа. Все, начинаем с гула. Перебежали. И уже в рейд. Лишь метка. Перебежали. Уже время, где уже? Прекрасно.
Не знаю, кто этого рана напуливает. Еще мелкие не появились уже на пункшем. Приводим босса. Заходи сразу, рейд ждем. Зашли рейд. Все, стой. Хорош. Да. Краечки. Детали, кабирка. Угу. Я понял. Я же тебе говорил. Скажет, когда добьюсь. Да, он промок. Скажешь, когда заходить? Заходите. Кто ты добьют, заходите. Слово. Ближе к морду сейчас метку. Подходимся. Дилетант 52%. 51%. Бьем пока боссы. Ой. Ты ману залей, не забудь. Дилетант метка, выходим в свет. Выходим в свет быстрее. Три быстрее, давай. Брос в свету. Перебежали. Уже вред. Смотрите, в халеване да, свет огромный. Во тьмой будет. Смотрите. Во тьме рост. Пока. Что это было? Агро? Блин. Так, вы сработали? Скорее всего. Вон написано 20 много. Я не видел просто, на каком таргет был. Падаем? Я тоже не видел. Это прям мгновенно как-то вдохнул, походу. Какие, блядь, мгновенно? Вот смотрел туда, наверное, секунд 6. Ваня, а не вылетел? Не, что такое? Что сорвался? Я не понял просто. Как вы сорвали? С кого? Руник отдавал вам? Я ломаюсь. Алистубар. Таблик.
смысле. Олег. Все готовы начинать. Макси подняли бы два. Да, уже. Сострой. Небеса в огне. Поворачиваем бит. РСГ, Блэкман. Вижу время. Один. Как вообще? Ну это все потому, что у меня 25 карта. В смысле, ты чего сорвал? Нет, там там. Привет, там Джерин, как дела? Наверное, там втихаря прожал. Да, по-любому. А что опять? Опять игру? Да это таунт был, видишь, я первый рекаунт. Такого нельзя терпеть. Ну, сорян, это уже записано на видео. Красава. Ну там сальвы не кидайте на магов, если что, когда копии на них, они вам скажут, если что, когда кинуть. Так дело в том, что никто сальвы не кидал. Просто там пун. Я просто верю, он где захватил хуй, чтобы не Бигл камень с пол-литром. Туда то. Все готовы, заходим за линию. Дальвар, только ты перед заходом во тьму подойди, Ваня еще крикни на хп. Начинай. Частицу на БДК повесьте на пол литра. Где? Что-то нету вроде бафов. Частица не на тебя. Да. Говорю, пить тебя.
Перебежали. Как же его шатает. Кого мне? Окей. Да нет, МП. Поклонский, Поклонский, с меткой выбежи. Поклонский, метка. Заходи на сгул. Идите рейд. Зашли рейд. Давай вырвем, подожди, сейчас я заберу и заберешь с меня. Забирай, забирай, забирай. Забирай. Чуть-чуть назад оттяни теперь. Назад чуть-чуть оттяни. Все, стой, стой. Звезде стоим рейд. I come to build top. Подними бомбочку. А с лезвия сейчас. Дилетант метка. Заходите. Заходите, тот это бьет. Ближе к мординику. Макси. Саш, там лучше уйди подальше. Торим. Станешь. Бомбочки. 54% плюса. 53. Идем пока босса. Поклонский нет, как выходим с лик. Посланником смертокрыла. Поклонский, выходи. На путь на полбит. Светлый. Смотри там, Ваня, по агро скажи, если там что. Поклонский нет. Прибежали. Уже нормально. На килл с огрочек срываешь сильно прям. Слава, тоже срываешь. Блять, свет не бьем, свет босса не бьем, тьма прожались. Перебежали, свет босса не бьем, мы ждем трэш. Ходите подальше, Руби Хилл. Не смейте. Пырем метку. Перебежали. Уже. Поклонский метку. Так, свет босса не бьем, свет не бьем босса. Стоим, ждем. Перебежали без босса. Бегал уже грейд.
долго вижу. Перебежали. Стоп по боссу, свет, стоп по боссу. Свет не бьем босса. Бабл, там. Пробуйте добить. Бабл. Да иди ты, Таня, в саду. Падаем, падаем. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Да видно. Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Там это, Слава, у тебя что-то с агро, не знаю, прям 80 стабильно. Так срыв там вроде 110. Это что, агро нету чем скидывать вроде? Там притвориться есть. Мертвым. Есть. Ложный выпад есть. Делай что. Ну там очень много агро у него. Надо ДБшников заставлять пить фласки. Не так дамаги много. Ну, по тьме не очень. По тьме, да. Два раза 4 здесь делали. Давайте поменяем Войда и кого-то еще. Я бы лучше мага вместо этого. Виталик. А тут я. Все, заходим за линию. И начинаем разговор. Там где-то перебежали. Побежали. Растут на руки. У меня уже нет. Подожди-ка. Все, заходи. Зашли рейд.
их смотрим. Короче, когда зайти можно будет? Домочка, метка, заходите. Заходите. Видел 53%, 52. Метка выходит в свет. Рост. Снастрать метку. Перебежали. Мужа вреет. Возьми дали рост. Возьми все. Кады. Слышно меня или нет? Да, слышно. У нас Гау, у тебя есть АДК? Нет. Спекай себе АДК, по-конски, БДК, потанчишь тьму. У кого? 6К. Правильно тебе показывает, 6400 с копейками. 6.43 мне показывает. Сейчас зайду, ты смотришь. Я не пойму, в чем вопрос. Смотри, не так. Поклонск, у тебя БДК есть? Ну давай, спек не стык ВДК, у нас двух ВДК. Может, с самого? Там ВДК вообще мастерства нету, просто. Сколько у тебя ВДК мастерства в цифрах? 1%. Ну, наверное, меньше 20 даже. Вы, если честно, очень глубоко ошибаетесь насчет этого мастерства. Насчет получаемого урона. А ты в курсе, Васап, в чем там проблема? Я не знаю, может он не прожимается, может он не хилится ударами смерти, может хилы там усадку. Я не про это, про то, что ты сейчас сказал. Типа вы не о том. Ты знаешь о чем? Ну, ну понимаешь, в чем дело? Ну, забиваясь в мастерство, танки теряют ХП, броню, выживаемость. И то есть фишка в том, что да, ты понижаешь по себе получаемый урон, но ты тем, что ты снизил себе все характеристики по чуть-чуть, но выиграл в мастерстве, ты можешь не пережить две атаки его подряд. И то есть насрать. Мастерство парихас, не парихас, просто может быть такой фактор, что ты получишь две атаки и умрешь. Да, при том а тоже... было бы у тебя... Понимаешь, между больше... этими атаками будет много времени, и тебя успеют захилить. Да, а тут, блин, эти атаки идут парихаст, очень быстро. Парихаст работает в большей степени от ДД, а не от танка. Парихаст по-любому, в любом случае будет. Во время лезвий, ну, ДД бьют не в спину. Должны бить заднюю полусферу босса. Во время лезвий это не получается. Ну, ты будешь на грани. Вообще, ну, посмотри просто по развертке, сколько у ДД пари. Ну, ну не знаю, я, например, бегу прям вплотную вот к заднему лезвию, чтобы как раз это не сработало. Ну, это не все так делают, понимаешь? И всегда есть парирование у ДД. Большинство парихастов идет от ДД, а не от танка. Танк собирает мастерство, но
парихасты так и будут по нему идти. Да, чуть меньше, но в любом случае это не исключает их. Васап, а ты никогда не предполагал, что это воля мертвых работает? Что именно? Ну там такое есть граница такая, там 1000-2000-3 хп. Если ты снижаешь до 60 примерно. Что, можно отойти на 10 минут? Давайте быстрее, убьем, надо идти уже. Дайте лапку. А, вот смотрите, то, что там себе мастерство собирают, это, ну, им это лучше не делает. Начинаем. Ну как бы 2000 это не мало денег. Перебежали. Процентов 53 не смотрим. Ждем пока. Выходите. Далее Руссер. Назгул, ты выйдешь? Назгул, выйди в свет. Перебежали. Нужен рейд. Во тьме дали рост. Да.
Светим, бьем босса, не бьем босса, свет, ждите. Все, бьем. Лейши метка. Перебежали. Свет 100, босса не бьем, свет. Этот бигл, давай бьем на маны. Здесь кто, будете? Перебежал. Реально. Иди дальше, он растет. Андрекс метка. Перебежали. Босса мы бьем свет. Все, бьем босса. Крайне сметка. И бежали. Престей, срыв разума. Пока ты. Стоп, стоп, свет не бьем, свет не бьем босса, ждем трэш. Убили. А, я даже ХП не видел. Когда ты лут уже понял. Начал, блядь. Когда вернется мой господин, этот мир. Короче, ротик ему нужны они. Ой, я не понял. Жмук, ты, блядь, отдаешь Starfall? Нет, я не понял. Я не видел, что ты отдавал его, когда нужно. Первый раз. Нахуй ты мы договорились. Там ключечка тоже, кому-то если нужно ротик. Я наручу отказался, там... они мне нужны, например. Там завтра по майну, да?